Друзья, мы возвращаемся в Корею на чемпионат мира по тхэквондо 2017. И теперь нам приходится посмотреть, почему приходится, потому что мы с нетерпением ждем финалов. Очень переживаем за Татьяну Кудашову, за Михаила Артамонова. Они сейчас отдыхают и ждут начала своих финальных сражений. Но сейчас, прежде чем начнутся финалы, мы посмотрим второй женский полуфинал у девушек, выступающих в весовой категории свыше 73 килограммов. Первой финалисткой стала Бьянка Уолден. В этом полуфинале Джеки Гэллоуэй, сборная США, победившая, кстати говоря, на Фию Кус, одну из лучших спортсменок Европы из Турции, в 1/4 встретится с лидером мирового сезона, представительницей Китая. Здесь, на самом деле, этот полуфинал, я говорил, будет поинтереснее не только по составу участниц, но и по титулам. И здесь именно китайская тхэквондистка, главный претендент, наверное, на медаль высшего достоинства, на золотую медаль чемпионата мира 2017. Другой вопрос, кстати говоря, все внимание, наш рефери будет обслуживать из России этот полуфинал. Я говорил о том, что Андрей Хигай, Елизавета Тарасевич и наши другие очень уже опытные судьи приглашены на чемпионат мира для работы не просто на отборочных соревнованиях, а на стадиях полуфинала и даже финала. Это говорит о том, что Всемирная федерация тхэквондо, судейский корпус Всемирной федерации очень доверяет российским арбитрам. И нас это не может не радовать. Нам это очень приятно слышать. Начинается первый раунд с хороших атак из левой стойки от американки. Очень мощная спортсменка. Посмотрите, какие такие хорошие мышечные ноги. Как легко при этом с таким весом она перемещается по корту и пытается запутать китаянку. А китаянка хладнокровно переводит взгляд. И самое главное, что не собирается что-то первое предпринимать, да? Хочет она увидеть, что же американка хочет сделать. Ну, на самом деле, вот такая тактика второго номера против Гэллоуэй очень много раз становилась ошибочной. Было это и на прошлом чемпионате мира, где Гэллоуэй очень успешно выступила. В Челябинске было это и на этапе Гран-при еще в 2014 году в Москве, когда в Крылатском проходил турнир. Там тоже Гэллоуэй преуспела. Но вот сейчас все-таки китаянка чуть ли не первым своим ударом берет и выходит вперед. Вот. Кто-то скажет, что повезло. Думаю, нет. Такая тактика была на этот полуфинал у Цзэнь. Для нее этот турнир становится, я вот сейчас проверил, кстати говоря, первым серьезным испытанием в этом году, потому что тоже была травма у китаянки, но травма, видимо, не столь серьезная. Может быть, это так для словца говорили тренеры, чтобы тактически переиграть соперников, потому как выступает здесь на чемпионате мира, ни о какой травме Цзэнь речи не идет. Очень хороший первый раунд. Другой тхэквондо, да, вот Бьянка Уолден, которую мы видели в первом полуфинале, и ее отличные прыжки, амплитудные и крупный счет, и совсем другое, может быть, кто-то скажет, скучное, но позиционное, вот так назовем, позиционное тхэквондо во втором полуфинале. Резкая атака из правой стойки Гэллоуэй, и она, подняв свою левую ногу, не успевает просто убрать корпус, переместить справа налево, и получил как раз тот самый удар, который принес нарушение, и, следовательно, один балл в пользу ее соперницы. Вот она, крупным планом, американская тхэквондистка Гэллоуэй. Вообще, американская тхэквондо, которая раньше за счет Стивена Лопеса, американца, считалось из океанского тхэквондо самым сильным. Это понятно, там у американцев, кроме канадцев, конкурентов-то и нет. Но со временем и женщины американские подтянулись к мужской сборной. И Гэллоуэй, и мы видели накануне американскую тхэквондистку.
И сегодня, кстати говоря, тоже Роман Кузнецов победил американца сильного в 1/8 финала. Сборная США наверстывает упущенное и возвращает себе лидирующие позиции. Ведь в США и вообще за океаном тхэквондо по популярности идет на втором месте. Немногие об этом знают. Понятно, что американский футбол и потом тхэквондо. Очень много занимающихся и на профессиональном уровне, и на любительском. Так что заокеанское тхэквондо новый всплеск эмоций. Обретает новых чемпионов эта страна. И вот сегодня как минимум бронза будет у Джеки Гэллоуэй. Мне кажется, прекрасное настроение должно быть у всех поклонников сборной США. Но для этого нужно еще и поработать. Сейчас поработать над счетом, потому что 0-1 это далеко не поражение. И Джеки Гэллоуэй это понимает. Один удар может все решить в легкую. Причем этот удар может быть и рукой даже. Пускай даже одно очко, но так получится тогда у американки привести дело в дополнительный раунд. Пожалуй, из тех результатов, из тех сражений, что сегодня мы смотрим, здесь и счет самый скромный, и ударов не так много. С чем это связано? Ну, конечно же, не с усталостью спортсменок, потому что для них сегодняшний бой в рамках полуфинала первый на турнире, для кого-то уже будет он первый и последний. Отдохнули, выспались. Кто-то где-то, может быть, перенервничал больше. Вот, наконец-то, Гэллоуэй сравнивает счет, но, опять же, не по своей воле. Ну, как бы по своей, наверное, да, она заставила китаянку упасть, ошибиться. Но китаянка не удержалась после прыжка. Коснулась руками корта, и счет сравнялся. Вот такой вот равный бой. После двух раундов в весовой категории свыше 73 килограммов у женщин мы смотрим. Я напоминаю, что это второй полуфинал, а в первом британская спортсменка Бьянка Уолден, обидчица нашей Ольги Ивановой, смогла выйти победительницей против своей соперницы из Южной Кореи. Сейчас снова азиатка в полуфинале и снова может проиграть. Вы знаете, что на чемпионатах мира, помимо медального зачета, общекомандного зачета, еще и ведется свой подсчет с точки зрения, кому достались медали высшей пробы, золотые, Азии или Европе. Да, вот вечная конкуренция Европы и Азии. Вы помните, в первый день две медали золотые у азиатских спортсменов, точнее, обе у Южной Кореи. Во второй день у нас медаль Максима Храмцова и, если я не ошибаюсь, Вани Станковича из Сербии. То есть 2-0 выигрывает у Азии именно европейская школа тхэквондо. Третий день нейтральный. Вот сегодня интересно, чем все закончится. Наших два представителя в финале. Артамонов и Кудашова. Против Артамонова будет кореец. Опять же принципиальное сражение. Ну, дождемся мы решающих боев. Они совсем скоро. В прямом эфире телеканала «Матч Арена». Проведем репортаж со стадиона Т1 Арена в корейском городе Муджу. Чемпионат мира 2017. И он очень удачно складывается для сборной России. Наша команда, которая имеет пока в своем активе только одну медаль, но историческую, золотую, авторство Максима Храмцова. Как минимум две серебряные награды после сегодняшней сессии соревновательной добавит, как минимум две серебряные медали. Но этот минимум мы в расчет брать не хотим. Мы стремимся к самому лучшему, к самому топу, к Олимпу, к золоту. И это совсем скоро узнаем. Татьяна Кудашова и Михаил Артамонов пробились в финал соревнований. А вот в этой весовой категории свыше 73 килограммов финал будет точно без участия России, потому что Ольга Иванова, еще раз напоминаю тем, в частности, кто только подключился к нашему эфиру, Ольга Иванова проиграла в 1/4 финала со счетом 2-10 будущей финалистки из Великобритании Бьянки Уолден. Еще есть 20 секунд в распоряжении Дзен, чтобы отыграть 2 очка у Джеки Гэллоуэй. Вот наконец-то сейчас пошли скорости, наконец-то сейчас оживились спортсменки. То, что зрители хотели видеть с первых же секунд боя, только сейчас пришло. Была, значит, тактика на конкретно взятый бой.
более сдержанно поработать на дистанции, позиционно. И с этой задачей лучше справляется все-таки заокеанская спортсменка. Она сейчас получит еще один штраф за выход за пределы корта. Но это лишь поменяет счет. А так погода не сделает. 4-3. Победу в полуфинале одерживает Джеки Гэллоуэй из сборной команды США. И отправляется на встречу с Бьянкой Уолден из сборной команды Англии. Это сражение будет венчать наш прямой эфир. Следовательно, где-то через минут 30-40 только выйдут Джеки и Бьянка на свой очный финал. А сейчас у них будет время отдохнуть. А нам некогда это делать, потому что без паузы сейчас в Корее, в Корее уже по их времени поздний вечер, начнется кульминация. Все три финала подряд. Весовые категории легкие у мужчин и женщин до 58 и, соответственно, до 53. Артамонов и Кудашова в финале. Ну и потом тяжелый вес у женщин свыше 73. События полуфинальные мы только что в этой весовой категории с вами наглядно увидели.